Привет, друзья! Мы все еще на лыжах. Чтобы вам не было скучно смотреть, как я катаюсь, расскажу еще немножко о местности. Шамони – самый старый горнолыжный курорт во Франции. Впервые туристы приезжали сюда еще в начале 19 века. Как вы уже знаете, именно здесь находится самая высокая гора в Европе – Монблан, высота которой 4810 метров. Впервые ее покорили в 1786 году. Вот такие дела. Друзья, вы посмотрите на эту красоту. Сейчас облака спустились немножко вниз. Мы поднялись на 2700. И мы над облаками. Это невероятный вид. И нам удалось его запечатлеть. Ставьте лайк этому видео. И досмотрите его до конца. Дальше еще интереснее. Мы собираемся на Гюль де Миди на Монблан. Канатная дорога в Шамони, построенная в 1955 году, на момент создания была самой высокой в мире. Из города Шамони до верхней станции на пик Эгю-де-Миди можно подняться за 20 минут, оказавшись на высоте 3843 метра. Наверху есть обзорная площадка с видом на Альпы. Если ровно в 12 посмотреть на Эгю-де-Миди из Шамони, солнце будет прямо над горной вершиной. Поэтому Эгю-де-Миди и называют полуденным пиком.
Короче, ситуация следующая. Мы не попали на смотровую Монблан, потому что там очередь полтора часа, и они уже через как раз полтора часа будут закрываться. Мы еще на горках были, поэтому attention. Вау, только что обрушился снег, надо быть очень аккуратными. Так вот, и мы решили уже туда не спеша не ехать, потому что мы в лыжных одеждах, в ботинках, и нам надо вообще переехать на другую сторону. Но сегодня открыли самую высокую точку на резорте Бриван, и здесь ничем не хуже, это невероятный вид. И как раз мы уже выше облаков, Монблан виден идеально. Тут есть прикольное кафе, мы сейчас сядем здесь и будем смотреть на прекрасные виды и пить вкусный ароматный кофе. Что хотел сказать, курорт Шамони — это вообще самый старый курорт, и именно здесь была первая Олимпиада в 1924 году. Поэтому я реально советую всем здесь приехать и отдохнуть. Это место вы запомните на всю жизнь. С вами был Съедобный Бизнес. До следующей недели. Пока. Здешние виды так меня впечатлили, что я дал себе обещание непременно вернуться сюда еще раз.